В этом году джаз-паркинг последний. И закрывает этот джаз-паркинг потрясающий коллектив. Ребята, музыканты, которые известны не только в нашей стране, начали они свое музыкальное образование и выступление в Хабаровске, потом заключили контракт с японским лейблом музыкальным, выступали в Японии, потом уже поехали по всей России и уже на Западе тоже их знают и любят. Хочу пригласить на эту сцену человека, человек-оркестр. Музыкальный продюсер, просто музыкант с большой буквы и замечательный вокалист, талантливейший Антон Беляев. Антон Беляев, дорогие друзья, ваши аплодисменты. Группа Кармейт. In my place, line that I couldn't change. I was lost, oh. I was lost, lies when I have a curse. I was lost, oh. Ooh, I love pursuing for him. Ooh, I love worshiping for him. Это не наша песня, вы знаете. Антон очень хорош, музыкант потрясающий. Я честно слово говорю, абсолютно. С первого звука он потрясающий музыкант, это слышно. У Антона такие потрясные музыканты, и у него сформирован свое уже давно. А у меня было джаз, и там и классический джаз был больше, чем. А у Антона больше электроника, но очень круто все. Я опоздал, пришел не сначала, но все равно прям. Я знал, что будет круто.
Лайф вообще потрясающий. Я всегда восхищался этим музыкантом, но сегодня просто впервые в таком качестве слушал. Очень стильно, очень модно, очень современно, разнообразно и в разных стилях, и с большим вкусом, и очень хороший музыкант, и потрясающий звук. То есть, мне кажется, что это одно из лучших вообще концертных выступлений в Эмпорио. Потому что он говнюк редкий, вот, но как бы говнюк — это все любя, реально. Ну, как бы, когда человек талантлив, я бы даже сказала, что он слишком порой талантлив, и ему бывает тесновато здесь и в России, и вообще он, конечно же, должен апгрейдить свои знания, и он это с успехом делает. Он только что вернулся из Лондона, был, можно сказать, на мастер-классах у в самых лучших студиях Лондона. Джаз-паркинг — это такой отрезок моей жизни, который имеет место быть. И, ну, то есть здесь я прихожу как к себе домой, в гости, скажем, даже не в гости, а к себе домой провести чудесное время, послушать хороших новых музыкантов, новых певцов, исполнителей. Ну и опять же встретиться со своими друзьями. Waste my time interrupting the light. You stand for I saw the madness is mine. You're the one now, 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 you're the one. I'm so tired. Open the door. I'm so tired knocking the doors. Now's the time to face the fact I command. I'm so tired. Yeah.
Вы знаете, у нас джаз вообще здесь рассматривается на проекте Jazz Parking немного иначе, не как определение стиля, а как определение состояния души. Так вот, Беляев – это высшая планка того, что можно испытать на проекте Jazz Parking на данном этапе. Ну, про Беляева можно говорить вообще бесконечно. У вас пленка не кончится, кстати.